Вообще был на металлоприемке. Понаходил листов. Хочу сделать пару небольших мануальчиков. Так, чтобы их перемещать можно было. Ну и раскройку буду делать полностью все плазморезом. Еще. Здесь на резак вечно что-то налипает на это. Хочу попробовать брызгать на полуавтомате. А что если здесь его повысить, что из этого получится? Боковые части у нас готовы, подготовлены. Сейчас надо нарезать дно. Здесь помогает. На самом деле. Достаем свои магниты. Начнем проваривать. Получается время от времени, как его делал, есть видео, собирал в принципе из того, что нашел.
так и достану. В общем, нам надо отрезать. Получается. Так, куда мы? Вот где мы? Нам нужны два куска по 60. Сразу их буду делать, чтобы потом не мучиться, не резать. Я нарежу по 62. Это на бока, чтобы потом не резать, сразу буду крутить нужного размера. Я делал 18, но все-таки я хочу его урезать потом немножко, поэтому сделаю усиление на 12 сантиметров. Смотреть так буду на прихватке. Ножки буду делать все-таки съемные, так, чтобы можно было их убрать и вставить. Так, вот у меня обрезки 25 трубы. Их достаточно сантиметров по 5. То есть на 4 куска надо будет. Так, ну что, 4 куска вырезал. Сейчас мы их будем по углам вот здесь наварить. Вот будет 4 ножки. Раз. Два. Три. И 4. Вот 4 ноги. Сейчас мы единственное что. Наверное, все-таки перемычки надо сделать. Да и все. Только перемычки вот здесь. Вот так вот сделаем. Сейчас мы, у нас 50, сделаем их на 35, две перемычки с этой стороны, потом скоро, все будет отлично.
общем, я все-таки решил сделать хотя бы одну боковую, наверное, полочку, чтобы хоть что-то можно было поставить. А может и вторую. Сейчас буду смотреть с остатками, что у меня там с обрезками. Из этого будем думать. Решетка готова. Так. Ручка приварена. Это у нас тоже остаток. Я по-разному. Когда выкидываю, тогда ест. Бывает, возьмешь просто-напросто куда-нибудь, да пристандолишь.